Новгородский центр «Мои документы для бизнеса» расширяет спектр услуг. Как сообщили в департаменте государственного управления, два раза в месяц здесь будет проводиться медиация. Это процедура посредничества при разрешении спорных ситуаций. Медиация – это переговоры с участием нейтрального посредника, который заинтересован в том, чтобы проблема была разрешена максимально выгодно для обеих сторон. Медиация является как дополнением к традиционному судебному процессу, так и альтернативой ему, способствует достижению правосудия более конструктивными средствами. Медиация – это процедура разрешения споров, процедура переговоров, которая позволяет разрешить конфликты между двумя сторонами. В чем отличие от простых переговоров в сфере бизнеса? В том, что медиация проводится в ситуации конфликта между сторонами, когда стороны не могут найти друг с другом, услышать, да, друг друга и найти, ну, какое-то взаимовыгодное решение. Для этого нужен посредник, который просто наладит между ними коммуникацию, то есть общение. Вот. Благодаря этому получаются хорошие результаты. Стороны договариваются, конфликт разрешается. Процедура может быть применена в разных сферах, как в бизнесе, так и в семейных отношениях. Важнейшие принципы медиации – это добровольность, конфиденциальность, нейтральность, равноправие. Обратиться за предоставлением услуги медиации могут как физические, так и юридические лица. С 1 февраля в течение месяца такая услуга будет предоставляться на базе центра «Мои документы» в Великом Новгороде бесплатно. В ближайшей перспективе планируется открытие 8 комнат примирения в некоторых районных центрах Новгородской области.